Большой привет всем зрителям, с вами Катархонт, это Hearts of Iron 4 и Тано Тува с модом на свое уникальное древо фокусов. Недавно с разработчиком списывались, он предложил мне сыграть и заценить путь здесь конфедерации азиатской, рассказал про интересные пути и сегодня мы с вами заценим как раз этот путь. Тут можно несколько лидеров взять, но я решил, что у нас в этом прохождении лидером будет великий, честный полковник Василевский. Он завоюет уважение партийцев и сделает новую эру спокойствия и процветания. Но перед тем, как он все это сделает, его, естественно, надо привести к власти. Поэтому начинаем с выбора курса. Дальше у нас с вами остаться в своей рутине будет вариант. И заговор против Токи, где у нас будет цепочка ивентов. Чуть позже их покажу. По результатам которых мы должны как раз-таки выйти на Василевского. Если же кому-то интересно, что это за мод, то это очень классный мод, который я уже проходил по одному из направлений. Здесь очень много направлений, будь то нейтралитет, монархия, разные подветки коммунизма, демократия, даже вольный путь есть. Все это предлагает свой геймплей, события, формируемые страны. И вроде бы даже за такую маленькую Тано Туву мы можем влиять на окружающий мир. Правда, со старта мы являемся вассалами Советского Союза, и от этого тоже будет ряд механик зависеть. В частности, если вы смотрели мое прохождение до этого за Тано Туву, то там нам нужно было бороться с влиянием Советов, чтобы освободиться. Ну а тут мы посмотрим. Либо останемся под вассалитетом, либо освободимся. Вроде никто нас в этом особо не ограничивает, так что скоро решим. А так, смотрите, со старта аграрная страна. Твинская народно-революционная армия, даже свои портретики к описанию сделали. Кочевое общество и непризнанное государство. Очень много дебафов. Мы слабы, но верим в свое великое будущее. В общем, усаживайтесь поудобнее и, надеюсь, насладитесь данным прохождением. Стартуем, имея всего одну ячейку исследований. Вот она, великая держава. Под названием Тану Что. Вы порой спрашиваете, как покупать новые игры, если сервисы не принимают оплаты из России? Да все просто. Есть игровая площадка DiffMark. Там можно приобрести как игры для множества серверов и платформ, так и просто пополнить свой кошелек. Steam, Xbox, PlayStation, что угодно. Также можно пополнить баланс в Nintendo, Amazon и iTunes. Просто зайди в раздел «Карты пополнения». Еще есть игровая валюта, различный софт, вроде антивирусов, Windows, предзаказы. А главное, методы оплаты, действующие с территории РФ. От банковских карт до Kiwi. Недавно появилась возможность оплачивать картами МИР. Если же будут вопросы, то вам поможет поддержка, работающая 24/7. Так чего же вы ждете? Переходите по ссылке и радуйте себя новыми покупками. Остались в своей рутине. Благодаря этому альтернативные пути у нас убраны. Вот все то древо, которое будет нам доступно. Сейчас же давайте заговор против Токи, который нам откроет решение на покушение и активирует задание «Близится речь». К сожалению, ему не суждено остаться главой нашего государства. Его заменит другой правитель. Притом я вам советую, если будете играть, не отвлекаться, потому что у вас тут есть решение на восстание. Если вы отложите, возьмете фокуса на экономику, то у вас просто будет бунт. Бессмысленный и бессмысленный. Явно он вам не нужен, и мы успеваем. Все, а заговор против Токи пошел. Нам сейчас надо будет вкладывать сюда политическую власть, чтобы до момента его речи разобраться и все подготовить. Давайте займемся решением проблем. Получим себе стабильность, политическую власть. У нас тут с вами есть выбор проекта заселения кочевников. Автор предложил посмотреть на этот путь. Вот здесь новые механики сделал, события. Притом этот путь приятный тем, что мы потом избавимся от кочевого общества, которое режет объем заводского производства. Так что давайте начнем с решения небольших проблем внутренних. И, кстати, зря я так прям торопился. Мы все равно не можем поражать этот план, пока не выполнится задание «День речи». Нам надо дождаться, пока вот эта вот речь подготовится. Только после этого сможем поражать. Как раз в момент выступления на него случится покушение. А мы же пока дожидаемся этого, давайте возьмем проект заселения кочевников. Получим небольшие дебафы, но оно того стоит, потому что у нас откроется решение на заселение кочевников как раз. И да, здесь еще хороший фокус образования для тувинцев. Ячейка исследований очень нужна, но пока повременим, чуть попозже ее возьмем. А также здесь вы можете видеть механику, да, признание. Нам надо будет признание от Китая, Британии, Японии добиться. Это уменьшит как раз дебаф от непризнанного государства и позволит нам хоть маломальской сильной страной стать. А тут все, 50 дней остается, близится речь. И я, видимо, пропустил день, да? То есть нам надо успеть в тот день было. Задание «День речи» активно. Ладно, давайте подождем следующего дня. Наш план чуть-чуть отложился. По поводу же кочевников, вот оно решение.
У нас в стране 50 с лишним тысяч кочевников, и изменяется на 20 в месяц, и они составляют почти 60% нашего населения. Мы можем здесь вести систему гетто, ежемесячное количество кочевников минус 100, в том числе количество кочевников изменится на минус 2000. Здесь улучшить условия можем для них. Не такое сильное падение, но все-таки приятнее. Ответственность также можем криминальную здесь сделать и расширить спецучилище. Ну давай начнем с условия. Также систему гетто. Все вместе будем вводить, чтобы с кочевниками побыстрее разобраться. Вдобавок к этому по древу фокусу здесь у нас тоже. Они будут влиять на количество кочевников, на население. И рано или поздно мы с этим сможем разобраться при условии, что кочевников будет меньше 5000. То есть сейчас их 50, а нам на 45 тысяч их число надо снизить. Неплохая, кстати, такая мини-игра, с которой надо бодаться. Ну и давайте поиск признания. Тоже его запустим, так как туда также надо вливать политическую власть. Откроем себе все возможные решения со старта, а потом уже будем решать, что в первую очередь выполнять. Если кто вдруг не видел, то признание — это периодические решения, где мы сами получаем уровень признания данной страны. И как он поднимется до 10, мы сможем как раз признание получить. Отношение со страной солевой увеличивает, уменьшает дебаф от нацдуха на непризнанные государства. Нам надо с тремя странами обязательно договориться через время, чтобы на мировой арене мы стали обычной стандартной страной, не имеющей никаких дебафов. Ну все, здесь уже кочевники начали уменьшаться. Хорошо, что мы пораньше их начали, быстрее упадут и близится речь. Все, один день дается, вот в чем дело. Мы в прошлый раз из-за этого как раз не успели. Запускаем решение, игра хочет гром, сверкает пуля над толпой. Убийцу найти не удалось. И во всех предполагаемых местах, откуда мог быть совершен выстрел, ничего не нашли. В итоге власть перешла к его оппозиционной девятке. Спи спокойно, товарищ Тока, живые сделают остальное за вас. Буддийский социалист у нас теперь на время у руля. Кстати, неплохие бонусы, но не стоит радоваться, у нас с вами временное правление. Дальше будут главные выборы страны, где как раз мы с вами возьмем нашего честного полковника. Небольшую подведочку надо пройти, чтобы уйти туда, куда хотели. Первый ивент, который нам нужен, временное правление, и мы здесь выбираем вариант, подался протестом политиков и организовал выборы. Можем, конечно, отказаться, но нет. Мы именно уходим в выборы, и сейчас у нас будут главные выборы страны. Да начнутся дебаты, политическая система открывается, нам надо во всех вариантах вроде как поддерживать нашего великого полковника, чтобы он как раз к власти пришел, и стартуем мы с политической системы. Василевский и военный центризм, либо же Хертек и ультралевый поворот, разворот и взлет. Честно, по описанию Хертек мне здесь больше нравится, но Василевский наш выбор. Дальше, экономическое развитие. Здесь съезд проголосовал за сохранение советского экономического курса, либо же съезд проголосовал за радикальные реформы Хертек. Выбор же у нас Василевского, поэтому первый вариант. Следом армейский вопрос. Голосование проваливается, традиционная армия остается в силе, либо же голосование проходит, проект утвержден. Путь полковника первый, поэтому традиционная армия остается в силе. Конечно, второй вариант вкуснее по бонусам, но выбор здесь очевиден. Василевский. И вот этот вот последний четвертый вариант, как написал разработчик, здесь можно взять любой выбор. Если вы до этого прожимали 3 на Василевского, это работает вот сюда вот. Остаться под Советским Союзом, либо же выйти из-под вассалитета. Но давайте постараемся свою азиатскую державу в одиночку построить. Как по мне, это будет сложнее. А потом, если уж вам будет интересно, то мы сыграем прям за Туву, которая прям как марионетка истинная будет помогать Советам. Так что здесь давайте выбираем. Съезд под давлением группы Хертек, Чурми, Дажи голосуют за независимость. Тем самым у нас останется возможность поиска автономии выйти. И власть переходит к полковнику Василевскому. Поздравьте нашего честного выбранного полковника. Мы теперь Тувинская администрация. Выборы страны прошли. Собственно, также остались марионеткой. Посмотрите на его бонусы. Дальность снабжения плюс 20, восстановление дивизии плюс 15 и опыт армии плюс 0,05. Главнокомандующий на Дальнем Востоке. У нас теперь открывается его подрево. Ну а до проекта конфедерация мы пока не можем пройти. Нам сначала надо завершить вот здесь вот миссию Токи, а потом добиться поддержки Палаты представителей. И после этого уже сможем двинуться, начав делать свою конфедерацию. Так что давайте завершим миссию Токи, а потом глянем вот на этот фокус. Генералы по обмену. Здесь нам надо минимум 2 вытащить, чтобы были хорошие результаты. Так как там у Советов чистки, то вы сами понимаете, может что-то пойти не так. Поэтому понадеемся на хороший результат. Смотрите-ка, сразу ивент. Командировка с сюрпризом. Партийное письмо.
Работа адовая будет сделана и делается уже. Нам дали 3 дивизии и 30 тысяч людских ресурсов. Вау! Вот это классно, живем. Притом смотри, Конева, Жукова, Василевского. 3 дивизии. Все они, конечно, чисто пехотные, но мы даже такому очень и очень рады. А вот и Кизылский процесс, приговор именем Тувинской красноармейской администрации. Разбираемся с оппозиционной группой 9. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Часть наших командующих уходит к Монголию. И прирост базовой стабильности минус 20. Распустите парламент любым способом. Караул устал. Отсутствие председателя. Все. У нас с вами нет больше председателя никакого, он теперь нам тут не мешается, и можем уже уходить в проект конфедерации. Но я предлагаю все-таки немножко заняться укреплением Василевского, а потом уже заценим с вами конфедерацию. В частности, сейчас хочется заценить генералов, командующих, получить как раз ячейки для строительства, перевозку военпрома из Киева сделать. Да и дальнейшие фокусы, честно говоря, меня тоже радуют. Вот, кстати, да, делегация из Москвы, как видите, нам надо двух или более. То есть Москаленко, Говорова, Ватутина, Горбатова. Хотя бы двух из них получить. Тогда сможем делегацию из Москвы сделать и прописать здесь армию полковника, улучшив его показатели. И сделав из него вообще идеального командующего. Притом посмотрите на эти прекрасные очечки. Не, ну реально, армия полковника. Все за него горой. Правда, вот у нас убрали советников классных, в том числе одного из которых я ставил. Жалко, но теперь ни стабильности, ни политической власти, которая в минусах, кстати, идет. Мы напоминаем этакую Францию на элите по приросту своей политической власти. Ну и все, я так понимаю, сейчас начнется выборы как раз генералов. Ладно, давайте понемножечку все-таки двигаться. Я думаю, начнем с признания, потому что это всех больше нас сейчас убивает политическую власть и стабильность. Поэтому сделаем признание стран. Притом это нам увеличивает как раз политическую власть. А по поводу же генералов по обмену. 150 политической власти, да, нам надо заплатить, чтобы получить каждого командующего. Просто подумайте, сколько нам с вами надо политической власти на то, чтобы это сделать. Ну ладно, выбора здесь уже нет, будем копить политвласть и постепенно прожимать все эти решения, но ее много надо и с кочевниками, и здесь. Это просто игра с политической властью, где ты выбираешь, что же тебе нужнее. Я предлагаю, конечно, еще и в поисках автономии взять, но здесь все фокусы требуют, чтобы мы постепенненько освобождались, так что давайте возьмем в поисках автономии и, наверное, запросим военную помощь от советов, а потом чуть посидим, подкопим нашу политическую власть. В итоге я решил по фокусам сейчас открыть признание всех стран, после этого фокуса не брать, сейчас будем копить политическую власть, прижимать эти решения. И это хорошее дело, потому что каждое из этих решений на 30 дней увеличит прирост политической власти плюс 15. То есть мы сюда тратимся, увеличиваем прирост политической власти, еще больше тратимся, еще больше увеличиваем. И так постепенно-постепенно все эти решения примем, добьемся признания и после этого уже двинемся дальше. Потому что иначе сейчас, если мы берем фокус, у нас политическая власть вообще не растет. А без этого у нас все решения, все возможные пути продвижения прикрыты. С этим ничего не поделаешь, и это ведь не коснется нас, правда? Ладно, в Монголии небольшой переворотик. Там начинается Великий террор, Народная республика, да, у них есть свое небольшое древо. Но вроде как на нас это сильно влиять не должно. Поздравляю всех вас! 7 апреля 1937 года Соединенное Королевство признает нас. Первый этап сделан. Теперь нам надо добить Китай и Японию. Уже политическая власть побольше растет. Не зря я все-таки остановился на этом. Быстренько сейчас разберемся. Да, конечно, было бы неплохо и фокусы брать, но это был бы своеобразный порочный круг, где у нас не политическая власть, а не возможности нормально двигаться, поэтому все-таки посидим. Где-то полгодика чисто на решениях, попрожимаем. Этого не избежать. 14 июля 1938 года, образование для тувинцев. Получаем вторую ячейку исследований, а также открываем советника, которого в будущем возьмем. Он еще добавляет нам одну ячейку исследований. То есть у нас теперь будет 3 ячейки исследований, но не прямо сейчас, а чуть попозже, потому что нам еще надо сейчас докопить власть, разобраться как раз с Китаем, с Японией. И после этого вернемся к древу фокусов. 16 августа 1938 нас признает Китай. И теперь этот дебаф не такой уже и сильный. Сейчас добьем его как раз последним решением с Японией. Сами же давайте потихонечку уже двигаться по фокусам. Я думаю, пока мы являемся вассалом Советского Союза, было бы неплохо получить еще одну ячейку исследований. Я просто здесь посмотрел повнимательнее на фокусы. Здесь и помощь от советов, и ячейка исследований.
Просто как мы перестанем быть марионеткой, это нам станет недоступным. Поэтому давайте-ка все-таки чеки исследований себе заберем. Открывается у нас военная помощь от Советского Союза. И посмотрите-ка, на данный момент вовлеченность его 0%. И каждые 120 дней на 10 будет падать. Чтобы нам что-то получить, нам надо увлеченность Советов держать выше 10. Мы сможем получить пехотку, доп. Оснащение, скидку на доктрины опыта армии, призывников, либо же даже отряд НКВД. Но для этого нам нужна вовлеченность высокая. А вдобавок это все уменьшает нашу автономию, точнее ее прирост. Требует фабрики. Ну, неплохая подветочка. Но мы, скорее всего, пользоваться не будем. По одной простой причине, у нас нет столько лишней политической власти. У нас тут и так, там решение, везде требуется политическая власть. Я по большей части сюда иду, чтобы обмен технологиями взять. А так, вещь на самом деле прикольная. Если ты остаешься вассалом, то можно вполне себе через это играть. Да и нерушимый союз можно прописать по правому направлению, получив еще контроль над регионом. Ну и наконец-то, 22 октября 38-го, признание от японцев. Все, дебафы убраны, у нас теперь почти единичка политической власти. Более-менее к стандартному этапу вышли. Давайте теперь посмотрим на проект конфедерации, что ж там за такие решения. И да, у нас есть возможность стать колонией. Давайте чуть-чуть освободимся, не будем теперь отдавать никакие фабрики, ресурсы. И вдобавок к этому открыли возможность идти в будущем в Иркутскую конференцию. Да и просто возможность копить потихонечку. Чтобы мы дошли до Доминиона. После Доминиона нам еще надо будет освобождаться. То есть это не такой быстрый путь, поэтому чем раньше откроем, тем лучше. Постепенненько сейчас он будет расти, расти и расти. Проект конфедерации открыт. Будет открыто решение теперь влияния на Монголию. И будет активированное задание «Монгольское сопротивление». Так, ну что, давайте заценим. Где у нас тут с вами Монголия? 60 дней. На 10 влияние будет уменьшать. Мы здесь можем пропагандировать объединение, подкупить монгольских партийцев. Все это повышает как раз влияние. Дальше диверсии сможем. Либо же пригрозить Москвой. Ну давайте. Выбор, я думаю, очевиден. Заручимся поддержкой Советского Союза. Конечно, это тоже будет иметь свои последствия. Скорее всего, Советы на нас влияние тогда приподнимут. Но вопрос здесь по-другому. Переговоры. Совета охотнее бескорыстно передаст нам территории Бурятии и Читы. Здесь же переговоры с китайскими кликами, они в будущем легче отдадут территории своей внутренней Монголии. Иначе же нам придется, скорее всего, им платить больше. Ну и вот хороший выбор, а что нам тогда тут важнее? Договориться с Монголией или с Советами? Ну давайте, раз у нас все-таки Василевский больше к Советам, теплее к ним относится, то заручимся поддержкой Советского Союза. Я думаю, каждое из направлений нам позволит развиться. Поэтому сейчас сыграем через Советов. Март 39 года. Провели здесь перепись населения, но самое важное — стопроцентное влияние. А значит, берем себе конфедерацию, мы аннексируем Монголию, и вроде бы неплохо, но нестабильная конфедерация, опять же дебафы, и напряженность среди монголов плюс 30%. Хотим мы того или нет, мы станем больше, мы станем сильнее, но при этом проблемы внутри нашей страны усугубятся. Да здравствует конфедерация Тува-Монголия! Ура! Мы стали более грозной страной. Флаг сменился, у нас теперь и Тува, и Монголия в одном лице. Решения, естественно, все те же самые остаются, но открывается теперь путь дальнейший. Защитить Синьцзянь, но при условии, что мы трансмонгольскую магистраль завершим, опять ее строить. Ух, я помню то самое решение. Оно идет очень долго, но ничего не поделаешь. Здесь объединение научных баз. Мы сможем еще одну ячейку исследований получить, четвертую. А пятую как раз здесь от советника. И вопрос на повестке дня. У нас здесь политическая власть, выбор опять лидера, столица. Это всю нестабильную конфедерацию будет уменьшать. Вопрос Коминтерна. Берем нестабильную конфедерацию окончательно и модернизацию страны сможем провести. Думаю, выбор очевиден. Давайте-ка потихонечку копить себе политическую власть, брать советников. И я думаю, пора бы... Я даже не знаю, советника взять? Темп исследований. Это хорошо. Просто политической власти все равно здесь нет. Но давайте возьмем. А уже следующую накопленную политическую власть мы вложим генералов по обмену. И да, вот она, трансмонгольская магистраль. 730 дней она идет. Через 2 года завершится. Мы можем увеличить количество рабочих, ускорить и больше инфраструктура, либо же вложиться сюда. Я предлагаю вложиться и взять все эти 3 узла снабжения, потому что за это есть своя внутренняя ачивка. Конечно, это увеличит цену финансирования, но мы за это получим узлы, ачивку внутреннюю, да и просто вложимся по максимуму в развитие нашего государства. Да, конечно, опять откладываются генералы, но что поделать, политической власти не хватает на все эти
возможности. И, наверное, я зря. Да, проект заселения кочевников сейчас выполняю. Надо было его закончить тогда, потому что теперь у нас 360 тысяч. Как бы от количества, от того, что наша страна выросла, у нас теперь количество кочевников стало намного выше. Поэтому надо теперь с ними бороться, бороться и бороться очень долго. Потому что здесь процентное количество, ну ладно. А, ну хотя подожди, здесь тоже количество кочевников увеличилось, с которым мы разберемся. Ладно, тогда можно жить. Но то, что меньше 5000, ух, долго мы теперь будем с ними бодаться. В Европе начинается постепенненько жара, формируется ось, пакт Молотова-Риббентропа, уже скоро начнется битва с Польшей. Ну а мы пока строим свой великий проект «Магистраль». По поводу, кстати, внутреннего развития, у нас, конечно же, больше промки. Стало 9 фабрик, 5 военных заводов. Но вот Транссиб по нам еще ударил вот этим вот модификатором. Отнимает фабрики, скорость строительства. Но на самом деле для нашей страны это сейчас не страшно. Мы делаем великий, грандиозный проект, с которым надо все-таки все подвести к финалу. Также я исследую фокусы, дабы избавиться от дебафов. Ну и новой стране новый секретарь. Мы не можем выбрать Чай Балсана, потому что фокус заручиться поддержкой монгольской армии не выполнен. В итоге напряженность у Винс уменьшается, а монголов растет. То есть вот здесь вот это сыграло свою роль. Из-за того, что мы поддержку монгольской армии взяли, здесь в этом фокусе мы не смогли выбрать лидера. Но это не страшно. Хотя, наверное, страшно, потому что у нас растет недовольство монголов, но я вот нигде его не вижу. Но оно, скорее всего, где-то стакается. И это, скорее всего, опасно. Вопрос со столицей. Можем оставить нынешнюю столицу, можем переехать в Улан-Батор, а можем, люди все решают. И люди, кстати, этим будут недовольны, потому что там напряженность у всех подрастет. Не, ну у меня, конечно, очень сильно растет недовольство среди как раз-таки народа Монголии, но раз мы с вами с Туи стартовали, то мы в Туве и останемся. Никуда переезжать не будем, остаемся на своем месте. Декрет о союзниках, и какое глупое предложение, сэр наш друг отказывается от него бессмысленно, но это логично, у нас с вами Василевский из-за советов, да и мы заручились поддержкой советов, поэтому мы от них не отказываемся, делаем сейчас модернизацию столицы, получаем фабрику, военный завод, напряженность опять растет, и кстати мы можем уйти в новый Советский Союз. Очень интересное дело, когда завершится Транссиб, мы получаем претензии и объявляем войну с Советом, но я предлагаю все-таки остаться здесь и выйти в дальнейшее продвижение по Федерации. Вот здесь вот как раз в славу Федерации, а не в Советский Союз. Все-таки это уникальный новый путь, хотя да, если кому-то интересно, здесь можно и такое реализовать. Взять за нашу конфедерацию, напасть на Советов и его заменить. Но думаю, для Василевского это немного странно звучит, он вроде как в Советах уверен. Так что надеюсь, на такое он не пойдет. 28 ноября 1939-го в мире капитуляция Франции, немцы разобрались в Европе, Советы, конечно, просто так тоже без дела не сидят, идут на Прибалтику, финнов скоро прижмут и Румынию, а мы сами вложились в последний узел снабжения, так что у нас будет 3 максимальных узла, я также прожал разочек увеличить количество рабочих мест, чтобы чуть-чуть побыстрее строительство прошло, но я думаю, хватит пока на этом, так как нам нужна опять же политическая власть на командующих, я делаю еще переговоры здесь по Бурятии, чтобы потом Советы нам отдали эти территории. Ну и после этого займемся коллективизацией, давайте глянем на этот фокус. Провели коллективизацию, и нам просто запустилось решение на 120 дней, где мы увидим последствия от нашего выбора. Притом мы можем провести здесь как раз объединение частных хозяйств в регионе, и это нам уменьшит людские ресурсы, но повысит максимум фабрик, местную скорость строительства и добавляет коллективизацию, один из трех. То есть нам надо успеть ее, скорее всего, провести до конца. Но давайте начнем с регионов, где не так уж много населения, и мы его особо не потеряем как раз. То, что максимум фабрик, местная скорость строительства, нормально. Даже мелких регионов нам пойдет в плюс. 3 региона готовы, вот вопрос. В них несколько раз вкладываться надо или хватит одного? Давайте 4 вот основных региона как раз в Туве прожмем. Но вроде везде пишут, что коллективизация просто один уровень. Скорее всего, 3 раза в каждый надо вложиться. В общем, посмотрим. В любом случае, мы сейчас политку копим. Фокус пока не будем брать. Постараемся максимальную коллективизацию сделать. Интересно, что за это будет. Да, вот этот фокус. Во всех регионах 3 уровень коллективизации есть он. То есть такая местная ачивка, но мы ее, скорее всего, не сможем взять. Потому что каждое решение как раз по 40 дней. Да, и получается, нам надо каждый раз по 35, по 35, по 35 вкладываться. У нас просто ресурсов не хватит. Но система на самом деле прикольная.
Если к ней грамотно подготовиться, накопить кучу политической власти, то можно. Но в нашей ситуации у нас нет этой кучи политической власти. И следующий фокус меня очень радует. Посмотрите сюда, 5% шанс, что нам дадут ячейку исследований. То есть мы можем сейчас уже получить 5-ю, а потом еще и 6-ю. Вау, Тува для великих людей. Смотрите-ка, следующий этап, он требует меньше политической власти, но он требует уже 50 дней. Скорее всего, еще следующий будет еще быстрее. Ну ладно, давайте. Еще несколько регионов улучшим. С ячейкой исследований мне, конечно же, не повезло с этим 5% шансом, но что поделать. Давайте строительство жилплощадей сделаем, и здесь уже 15% шанс, что у нас количество кочевников уменьшится, и ежемесячное количество их тоже начнет уменьшаться. Давайте посмотрим. Сейчас у нас уменьшается на 953 в месяц. Сколько же станет после этого фокуса? Делайте ставки. Вот открывается третий этап, и он, собственно, такой же, как и второй, также стоит, также требует 50 дней. Грустно, но ладно, давайте до конца его проведем. У нас, получается, стартовало в 4 регионах, потом продолжится в 2, и только лишь Самогалтая мы полностью проведем до конца. Тем самым минус 35% людских ресурсов, но на 30% больше фабрик и на 20% больше местная скорость строительства. Нас, кстати, призвали в битву против финнов, но тут все так свободно, что, я думаю, наша поддержка даже не сдалась. А посмотрите-ка, последствия коллективизации все-таки осталось, она обновилась, еще дает нам 120 дней. То есть, получается, можем с этим не торопиться, у нас все равно есть шанс все это закрыть. Ладно, я даже не против. Рано или поздно мы проведем максимальную коллективизацию, но не сейчас. Вы знаете, на что я хочу копить политическую власть? Правильно, на генералов. Это уже скоро 41-й год, битва с немцами, а мы генералов еще себе не забрали. А для нас это с вами очень и очень важно. Нам же нужно с вами делегацию из Москвы сделать и перевозку военпрома. Которую мы, кстати, сейчас как раз сможем сделать, потому что в скором времени закончим полную коллективизацию в регионе. А советы уже победили. Финнов, я же говорил, моя помощь там даже не нужна. Они очень быстро и легко разгромили Финляндию. Благодаря советам Василевского одержали моментальную победу. Все, реформа армии и сразу же перевозка военпрома. 2 военных завода лишними точно не будут. А по поводу, кстати, решения, да, нам повезло, и минус 1373 теперь в месяц. 330 месяцев, и кочевников не станет. Наконец-то 1 января 40-го года, давайте заберем к себе Ватутина. Рандеву с комбригом, 60 дней это будет исследоваться. Долго-долго хотел, но только вот к концу 40-го года первого генерала забираю себе. Как раз успеем перед битвами советов с немцами забрать еще несколько командующих. А сами же, что мы за это время заимели? Объединили Монголию до окончания Трансмонгольской магистрали, которая несколько раз Транссибом по привычке почему-то называл, остается 80 дней. Мы его завершаем и в 41-м году вступаем в поход на воссоздание федерации. Надеюсь, мы сами это успеем сделать. Нам здесь еще ячейку исследований дают. То есть вообще, если повезло бы с тем процентным значением, уже было бы сейчас 5. Потом еще здесь 6-я и здесь 7-я. То есть, если удача на вашей стороне, 7 ячеек исследований можно за Туву сделать. Конечно, если нет никаких внутренних ограничений, это прикольно. Но мы с вами максимум выйдем на 6, что уже звучит хорошо. Надеюсь, вам эта серия понравилась. Я понимаю, что здесь не было никаких особых активностей в плане военных действий, но здесь очень хорошая история, много фокусов, событий. Классно именно в этом формате сделан мод. Мы продвигаемся, погружаемся в историю данной страны и смотрим на то, как наш с вами великий полковник Василевский сделал конфедерацию Туву-Монголии, почти достроил Транссиб, а в скором времени сделает Великую Федерацию. Но мы не просто сделаем Федерацию, нет. Мы в будущем сделаем так, что она развалится, и нам придется ее собирать. Самый интерес этого направления не просто собраться, а потом еще развалиться и вновь собраться. На это, кстати, есть даже ачивка на то, что за осколки потом Азиатской Конфедерации собраться обратно. Новый Эдем называется эта ачивка. Мы должны развалить Азиатскую Федерацию и вернуть все ее территории за Бурятию. Как вы понимаете, да, мы соберемся, разберемся, и потом вновь будем собираться. Как мне написал автор мода, к 45-му году где-то у нас такой актив пойдет самый интересный. А сейчас мы первый этап преодолели, второй как раз, скорее всего, доиграем до формирования и развала Федерации, а третий будет уже борьба внутри этой Федерации, вновь сбор. То есть 3 серии где-то я планирую. Мы и так уже немало за эту серию отыграли до конца 41-го. Надеюсь, ролик вам понравился.
И вы поддержите его своим лайком и комментом. Ибо я по активу, по количеству лайков, комментов, просмотров решаю, стоит ли продолжать или нет. Надеюсь, вам зайдет. И мы с вами полностью заценим данный путь. А на этом все. До скорых встреч в новых видео.